Лето, июнь, жара – это хорошее время для пополнения запаса витаминов, в том числе и на зиму. Именно поэтому центральный рынок с разнообразием фруктов, овощей и ягод был и остается местом, куда спешат за покупками. Здесь торгуют местные производители. Их продукция, выращенная своими руками, всегда пользуется заслуженным спросом. И благодаря им на рынке представлен богатый ассортимент и выгодная покупателю ценовая конкуренция. Сейчас клубника более отходит уже на второй план. Сейчас больше голубика, потому что она падает в цене, становится доступна людям для покупки, потому что первая шла по 60 рублей, а сейчас уже идет по 25. Сейчас больше акцент на голубику. Малины в этом году почему-то мало. Может, это пока еще. Пока. Люди покупают, мало кто возмущается, ну, есть такие, но в основном все покупают, потому что товар соответствует качеству. То есть люди готовы платить деньги, лишь бы оно было только качественное. А вот чтобы на прилавках оказался действительно качественный продукт, все эти летние изыски проходят полную проверку в лаборатории. Ведь Брестский центральный рынок в первую очередь отвечает за здоровье покупателей. Мы проверяем на органолептику и радиометрию. Это обязательные показатели. Остальные ягоды мы, например, клубнику проверяем раз в месяц на радиацию, а органолептика каждый раз. Также и сейчас идет уже малина, крыжовник, смородина. Все это, естественно, тоже нужно проверять в лаборатории. По нормативным документам мы должны отбирать на радиацию килограмм ягод. Продавцы постарались сделать так, чтобы каждый покупатель имел возможность выбрать то, что ему по душе. На прилавках от совсем маленьких до довольно крупных сортов. От всем известных до эксклюзивных ягод, от самых дешевых до дорогих. Сегодня на прилавках рынка черешни, черники, малины, черной смородины и голубики в изобилии. Килограмм малины сегодня обойдется брестчанам в 17 рублей. А вот черешни и вишни будут немного дороже – 19. Ежевика и голубика в пределах 25 рублей. Как отметил Владимир Цибульский, продавец с 20-летним стажем, ягода требует особого ухода, а потому и цены соответствующие. Хорошее солнце должно быть. Вот. И полив обязательно хороший. И голубика, крыжовник и малина – это самая любимая ягода. И самая, она, как говорится, имеет больше всего витаминов. Поэтому это очень полезно для здоровья человека. Ягоды – это бесспорно вкусно и полезно, а главное – натурально. А потому неудивительно, что те, кто когда-то начинал выращивать их для себя, настолько увлеклись, что теперь их продукции радуют брестчан на прилавках рынка. На рынке мы уже не первый год. Сами продаем и сами выращиваем. То есть вот как бы индивидуальный предприниматель. Это можно назвать семейным бизнесом, потому что все принимают в этом участие. Даже наша маленькая помощница помогает нам ее продавать. Клубника, потому что она, ну как бы ценится. Она, конечно, капризная в уходе. С ней непросто, не так, допустим, как с картошкой. Но при этом она ценится на рынке, всегда будет на нее спрос. Люди покупают. А цена в начале сезона, конечно же, всегда повыше будет. Потом, к середине сезона, когда уже есть и конкуренция, цена немножко, конечно, падает. Но в этом году из-за погоды, дождей и всего остального цена держится так, достаточно немаленькая. Даже к концу сезона мы продаем ее по 8-10 рублей. По количеству людей на брестском рынке можно сделать вывод, что для брестчан это место номер один, где можно вдоволь запастись витаминами на любой вкус и цвет. Ведь выбор здесь куда больше, чем в магазинах.